колумбарий Востряковского кладбища. Так называемая могила прототипа знаменитого Остапа Бендера. Шор Осип Вениаминович. Родился в 99-м, не стал его в 78-м. Ну, довольно-таки много прожил. Именно он рассказывал Ильфу и Петрову все вот эти рассказы, на основании которых были сняты фильмы, как «12 стульев», там «Золотой теленок» и так далее. Будучи проводником поезда «Москва-Уфа», он зачастую любил поговорить с пассажирами и вот рассказывал свои истории. Когда он женился на толстушке, чтобы перезимовать, когда он прикинулся чемпионом мира по шахматам и так далее. Но вот эти все истории потом появились в нашем кинематографе. Для тех, кто захочет прийти и посетить могилу, это вот находится на входе Востряковского кладбища, вот колумбарий. И получается, что вот сверху это вторая дощечка, так называемая. Ну, вкратце о знаменитом Остапе Бендере.